Всем привет! Такой аппарат. Для торцовки доски сразу в пачке. Длина шины, смотрю, где-то 1,5 метра. Такая рама. Мотор. Бачок для масла, для смазки цепа. Подъемный механизм. Здесь переключается вверх-вниз. Пульт управления типа. Цепь длинная. Здесь, наверное, целая задача наточить цепь вручную. Такой обзор. А кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока!